Всем доброго дня. Сегодня у меня Samsung Galaxy A5. Вот, будем менять дисплейный модуль. Очень хорошего качества модуляй дисплейные. Вот эти вот мы заказываем. Проклеенное стекло. Проклеенное место для посадки в рамку. Вот. Дисплей то же самое в пластике, вот завернутый. Разъем тачскрина, дисплея. Кнопка Home идет в сборе. Только кнопка, без нижней составляющей, без шлейфа. Итак, по-моему, серию Samsung Galaxy я еще не снимал. Вот. Видите, да, разбитый дисплей, подсветка работает. Больше ничего не работает. Итак, сразу смотрите на дисплейный модуль, где находится разъем. То бишь, вот здесь у нас находится разъем, коннектор шлейфа дисплейного модуля. Поэтому имейте это в виду, когда будете разбирать дисплейный модуль. Разбирается он несложно. Ну и то же самое нижнюю часть. Вот, сейчас я вам покажу, как я это делал. Итак, ставлю на сепаратор. Зеленым показано. Ждем минут 5, нагревается телефон, дальше продолжаем снимать. Так, друзья, нагрели. Можем даже попробовать снять здесь. Редко пользуюсь этим съемником. Оторвал немного. Предпочитаю снимать руками, инструментом. Хотя на этом аппарате тоже, в принципе, тоже зависит от конструкции дисплейного модуля. Достаточно удобно снимать. Итак, снимаем аккуратно. Еще раз обращаю внимание, здесь находится шлейф подсветок кнопок, поэтому очень аккуратно не оторвите их, очень легко рвутся. Вот они, видите, да? Аккуратно освобождайте разбитое стекло. Потому что бывает, что вот эти вот кнопки вместе с шлейфом остаются на двустороннем скотче стекла. Ну и отрываются, соответственно. Итак, сняли стекло. Давайте отсоединим сразу разъем. Соединяем разъем. Вот эта вот крошка дисплейной матрицы, она очень мелкая и очень неприятная. Поэтому обычно я ее убираю не за столом,
не снимая линию. Вот она, видите, очень тонкая. Кнопка, которая у нас уже есть, двусторонний скотч, давайте поправим, который удерживает дисплей. Это убираем двусторонний скотч. Очищаем поверхность. Можно даже обезжирить. В последнее время я стал протирать поверхность, которой крепится дисплейный модуль, специальным раствором. Потому что в рамке, в частности, вот здесь вот в углах, часто скапливается мусор. И когда крепишь двусторонний скотч, короче, качество, свойства двустороннего скотча, соответственно, падает. Поэтому лучше лишний раз обезжирить. Вот на такой вот скотч посажем дисплейный модуль. Видите, да, достаточно тонкий. Вот он. Вот. Ну и практически таким же скотчем у нас проклеен новый дисплейный модуль. Вот он, видите, какой черный. Давайте попробуем. Снимаем пластик с дисплея. Снимаем пластик двустороннего скотча. Давайте посмотрим, что там за скотч такой, дабы не приходилось переклеивать. Ну, в принципе, он идентичный, такой же по толщине, вот я вижу. Вот. Цвет, свойства, мне кажется, они просто они одинаковые. Это я говорю к тому, чтобы убедиться в том, что не надо проклеивать дополнительно рамку, как я это обычно делаю. То есть, если мы дополнительно рамку проклеим, может быть такое, что дисплейный модуль будет не очень эстетично смотреться, будет выглядывать отсюда. Поэтому обязательно сравнивайте двусторонний скотч, на котором сидит оригинальный дисплейный модуль, и тот, на который вы будете сажать. То есть, чтобы не было разницы в толщине, потому что достаточно там микрона, чтобы было видно, что кнопка Home. Берем этот пластик зеленый. Сниму пока. Очень тонкий дисплейный модуль, конечно. Ставлю кнопку. Да, от оригинальной практически не отличается, даже совсем не отличается. Вполне возможно, что это оригинальная запчасть. Я имею в виду дисплейный модуль. Действительно очень хорошее качество.
Вставляем место. Давайте запрессуем немного. Такая вот, в принципе, несложная замена, казалось бы. Данной модели. Это линейка А Самсунгов. Это одна из первых, по-моему, даже первая линейка, которая идет с металлическими цветными корпусами. То есть есть синие, есть черные, есть золотистые. 13-мегапиксельная камера у него стоит. И 4-ядерный процессор, по-моему, 1.2 тактовая частота. Достаточно хорошая модель, очень хорошо покупают их сейчас, особенно девушки. Поставим обратно пластик. На этом все, друзья. Кнопку Home сохранить и пригодится. Всем спасибо за внимание. Только что мы поменяли дисплейный модуль на модели Samsung Galaxy A5. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.